Меня зовут Фролов Илья, это пеший марш-бросок Выборг-Владивосток. Сегодня я прошел славный город Грязовец. Он не шибко большой. Вот. Но, как оказывается, очень гостеприимный. 10 тысяч километров почти за 2 года с одного края России на другой решил пройти Ивановец Илья Фролов. В руках палка, за плечами тяжелый рюкзак, а впереди пыльные федеральные трассы. Приходилось что-то изобретать с палаткой, подстилать под палатку, чтобы не так промерзало. Вот к 17 градусам уже температура с утра была. Вот, поэтому приходилось останавливаться по возможности рядом с кафе, чтобы с утра бежать отпиваться теплым чаем, размораживать руки. Он шел с марта по конец ноября этого года. Преодолел 4000 километров, но вынужден был взять тайм-аут на период холодов и вернуться в Иваново, отметить Новый год с семьей. Вроде и дожди, и морозы были, но я с таким вот наслаждением, вожделением жду момента, когда вернусь на маршрут, что... Не знаю, мне уже здесь тошно, в стенах вот буквально 10 дней там отдыхаю, а мне очень тянет уже назад. Свое путешествие Илья называет марш-броском. Шел по 20 километров в день, ночевал в палатке, еду готовил на костре. В наушниках музыка или аудиокнига, изредка общение с родственниками и близкими по телефону и регулярные видеообращения и инструкции для начинающих путешественников. Стоит помнить, что у газа есть такая неприятная особенность. После минус 10 он сильно сжижается и хуже горит. Вот. Даже уже при минус 6 начинает хуже гореть. Пешим туризмом Илья занимался еще в детстве, затем был вуз и армия. Именно там он решил начать путешествие. На разработку маршрута ушло 10 минут, на организацию 20 дней. Было 3 варианта маршрута. Пройти по югу страны, вот, но... На карте получался грустный смайлик, поэтому решил его не брать. Был вариант пройти от Волгограда, если мне не изменяет память, до Магадана, но там дорожная инфраструктура какая-то странная, мне она не приглянулась. А вот тот вариант, на котором остановился третий, он, на мой взгляд, оказался довольно симпатичным. Россия – страна контрастов, рассказывает Илья. Природа разная и люди, из крайности в крайность. Либо уж очень осторожные и недоверчивые, либо хлебосольные и сердечные, по максимуму. За путешествием молодого человека в интернете следят тысячи людей, поддерживают и подбадривают. Пронзительный ветер, снег или дождь, кровавые мозоли. Каждый день путешествия приносил все новые эмоции, не всегда положительные. Тем не менее, свой марш-бросок Илья называет любимым делом. Свой путь измеряет не в количестве истоптанной обуви, а в часах и днях счастья и душевной гармонии. Были одни кроссовки, до дыр сточил, одни сапоги тоже до дырки сточил, и ботинки. Но ботинки, они просто разорвались из-за того, что они были из масс-маркета отчасти, но из-за того, что они просто были... Не особо профессиональные, просто такие среднячок. Возобновление путешествия зависит только от погоды. Зима в Сибири длинная. В лучшем случае ивановский экстремал вернется на маршрут в конце марта. Путь продолжит от Новосибирска и закончит во Владивостоке. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.